Но я-то обещал принцам, что ты сделаешь выбор в день своего рождения. А вот ты, мамочка, обещал, ты выходи замуж, а я не хочу. Ах, ты меня убиваешь. О, мое сердце. Папочка, что? Сердце с другой стороны. Да? Да. Подарки для юных театралов Иваново продолжаются. После завершения фестиваля «Муравейник» в городе еще на пару дней остались артисты Белгородского театра кукол, чтобы в рамках программы Минкульта «Большие гастроли для маленьких» показать детям свои постановки. На сцене удивительная музыкальная сказка «Волшебная лампа Аладдина». Как и все сказки, наверное, учат добру в первую очередь, но и основной дружбе, да, что даже потусторонние силы, как джин, может подружиться с обычным человеком, с Аладдином, и Аладдин может отдать ему всю доброту и помочь стать свободным и того же джина научить делать добрые поступки. Ну, спектакль, я думаю, наш интересен будет не только детям, но и взрослым, потому что взрослые в каких-то своих моментах реагируют, понимают свое. Дети, естественно, понимают как бы смешные моменты, рассчитанные на них. 40-минутная история рассказывает классический сюжет. Злой колдун Джафар приходит в Агробу, чтобы Аладдин помог ему отыскать волшебную лампу, способную творить чудеса. Из лампы появляется джин, который может исполнить любое желание хозяина. Влюбленному и чистому сердцем Аладдину не нужны власть и богатство. Ему нужна помощь, чтобы покорить капризную принцессу. Постановка подкупает сразу яркими декорациями и мастерством артистов. Режиссерский расчет оправдался. На хорошую драматургию, второе – на актерские работы профессиональные, работа с куклой. Прежде всего уделяется в нашем театре внимание работе с куклой. Мы любим куклу, мы ее, так сказать, лелеем, ценим. И второе – это, конечно, хороший визуальный ряд. То есть зрелищность, будем так говорить, то, что сегодня в театре очень приветствуется. Ивановские и Белгородские театры дружат. В прошлом году наши кукольники ездили туда с гастролями. Это ответный визит. Публика принимает хорошо, на все шутки реагирует, все намеки понимает. Моему ребенку 6 лет. Попали мы сюда по афишам, то есть заказали билеты. Очень интересное, красочное, яркое представление. Почаще бы таких мероприятий в нашем городе. Посмотреть «Волшебную лампу Аладдина» – детский спектакль со взрослой философией – в Иванове можно будет еще один день. 20 апреля в 11:00 состоится последний в рамках гастрольного тура выход артистов из Белгорода на сцену. Спешите, билетов осталось не так много. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ, Иваново.